of you is falling away. Let your fires, the western wailing, build your muscles as your body decays. Здорово, сынок. Добрый путь, чтобы все хорошо у тебя было. И чисто мужское слово. Добрый путь, счастья. Потом будем желать все хорошо. Итак, свели бокалы на стол. Подняли повыше, 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 подняли, подняли, подняли. Ударили с бокалами нашего бокалы. Ты сегодня вступаешь в новую жизнь, семейную. Мы от всей души желаем тебе счастья, здоровья, любви, чтобы верность, любовь свою вы пронесли долгие годы, и чтобы были счастливы. Когда у вас будет все хорошо, и у нас всех будет все хорошо. Я еще добавлю, что чаще встречались за такими столами, за грустными, и чтоб при каждом пополнении Сотым стало больше накрываться, хотя штук 5-6. Ну что тут, в стране, где нету газа, нет, такие богатые столы. Намекают, что все это надо кушать. Счастливой тебе кушать, дороги. Кушать. Спасибо огромное, спасибо за эти теплые слова. Мы тебе свели бокалы на стол. Итак, внимание, Сергей, наш свидетель, пожалуйста, боись на пустыре. Счастья тебе, семейной жизни, чтобы жизнь была легкой, чтобы она была наполнена светлыми моментами, чудесными воспоминаниями и офигенными семейными праздниками. Это просто, сели бокал на стол. Сели, подняли, подняли нашего супруга. I'm
insane. You broke my will, but what a thrill. Just a race, it's just great. Balls of fire. День, когда было сделано предложение, а 25-го... А, когда начали встречаться? Нет? Да, шайца. А ты умный, да? Let's do the взаимопонимании, уважении. И самое главное, чтобы у вас была любовь, заветники. Чтобы вы доверяли друг другу и ценили друг друга. И пускай все ваши мечты, которые вы задумали, все у вас будет. Будьте счастливы. Итак, счастья вам. Всего хорошего. Скрип бокалы на столом, сидите и подняли повыше нашим молодым гроками. Поздравить с твоим замечательным днем. Пожелаю тебе много любви, чтобы ты любила и была любимой. Много-много счастья, побольше детей. Ну и всего-всего, чего сами вы себе пожелаете. Ну, чтоб не ледовались, да? Итак, моя синяя пока у нас плохо, выше подняли, не ударили, пока на слово не громко. Дорогие наши детки, счастья вам. У вас начинается семейная жизнь. Желаю вам, чтобы вы жили долго-долго, счастливо-счастливо. Всего-всего хорошего. Так, еще чуть-чуть поцараночек. Без говорящих. Говорцы. Не я. Кто дальше? Я, что ли? Ты. Да, бабушка, не бабушка. Ой, дорогие мои, жизнь прожить не поле перейти.
Поэтому я желаю вам, чтобы вас на жизненном пути поменьше было преград. А если будете встречаться, то вы сумели преодолеть достойно. Здоровыми, счастливыми и долгой-долгой совместной жизни. Будьте счастливы! Друг другу, и чтобы в семье у вас всегда был уют. Спасибо. Поздравляю вас, желаю, чтобы сегодняшним днем у вас продолжалось большое счастье в жизни. Ну, если началось давно. Вот. Ну, в общем, всего вам лучшего. Дорогие дети, благословляем вас на создание семьи, и пусть вам сопутствует любовь и удача. Доченька, храни и оберегай свой семейный очаг, а ты, сынок, не дай усохнуть счастье в ее глазах и любви в ее сердце. И пусть любые невзгоды будут только вам мелкими камушками на вашем жизненном пути. Будьте счастливы, идите с Богом. Хочу вас благословить, чтобы вы жили счастливы. Никогда не ссорились. Счастья вам. А как наш купец? А все, может, и поцелала. Ну, смотрим, карантин прошел. Да. Здоровый. Ну, в дальнейшем сейчас увидим, как он... Какой-то выкуп должен за невесту быть. Там, может, и дадите свои тарпатыны попробовать для начала, чтобы знать, за что. Дадим. У нас сладкие, которые Лукашенко, видел сладкие. А что вы хотите к нам сюда? Дадим. У нас вы есть... супу пока не давайте, вы просто поговорите. Заберите супку у него, ты сейчас взята. Антисептик. Да. Они даем бухай, там будем смотреть. Время такое, ну, карантин. Как я себя подарен с вами? Как бы я хотел быть на вашем месте? Будем здоровы. Да. Вы как святоны воду три раза пригубите. Не до дна, мы до нее еще не Не вы так, не вы такой? Мне так нравится. Вам? Я пила, попила. Бутылку с собой заберете? Да. Я вижу. Мы заберем. Ой, как смачно. Ой, как смачно. Даже хлеба не хочется. Хлеб, соль, пожалуйста. Ну, как вообще, тарпатыны? Хорошо. Рукава мне надо. Ну, я думаю, что вы немножко поздравите, чтобы молодые, чтобы нам уже действительно захотелось вам 8 сумок дать, поэтому уже пару слов. А почему не 9? Почему 8? Что это за число такое? Завтра 8. Это уже август, 8 месяц, правда? А вы Борис Собачев сделали, а? Да, пожалуйста, хоть. Вот, молодые, я думаю, пара скоро объявит мужем и женой и так далее, по тексту. Дорогие молодые, ваш брачный союз до старости лет. Пусть будет единой любовью согрет. Пусть молодость ваша не сдастся годам. Пусть радость и счастье сопутствуют вам. Мы желаем вам счастья во всем. Будьте милые, вечно вдвоем. Белой парой больших людей до конца своей жизни. Спасибо.
добрый и долгий путь вам. Значит, предложение вам показывать или мы ванзелком? Домом сразу. Ванзелком. Ванзелком, да. Любовь — это доверие, надо доверять. Ванзелки в студию. Музыка. Музыка. Это не вопрос. Обалдеть. Вот они, 8. Две сложили. Очень весомые, тяжелые. А это самогонка. То, что надо. То, что доктор прописал. Что терапевт, на коренях, что травматолог, что уролог. А что ты стол. Нет, так вы вам все принимается? Да. Шлагбам будете поднимать? Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, kind of like to me. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon? Jakie są wasze postanowienia? Chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu, powiększyć się? Dobrowolnie? Tak. Czy chcecie wytrwać w tym zdrowiu, chorobie, w dobrej i złej drogi na rozwiązanie życia? Tak. Czy chcecie z miłością przyjąć dzieci i wychować się po katolicku, którymi Bóg was obdarzy? Tak. Prośmy Ducha Świętego o udzielenie ten związek, dał zaleczonym łaską wytwarę, ich miłość przez Niego umocniona stanie się oznakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Tak jak nie witać. Witam, witajcie. Tak. Na pewno Я Олег.
siebie. Biorę do siebie. Anna. Anna. Za żonę. Za żonę. I ślubuję cię. I ślubuję. Ślubuję cię. Ślubuję. Ślubuję cię. Obieszczają. Obieszczają. Lubot. Obieszczają ci. Obieszczają ci. Lubot. Lubot. Wierny. Wierny. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Spora. Spora. Że cię nie opuszczę. Że cię nie opuszczę. Aż do śmierci. Aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Panie Boże. Panie Boże. Wszechmogutny. Wszechmogutny. Wójcie jedyny. Wójcie jedyny. Święty Jezus. I święty Jezus. Wszyscy święci. I wszyscy święci. Człowiek. Za mężem. Za mężem. Ślubuję. Ślubuję ci. Lubot. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz. Oraz. Że cię mnie opuści. Że cię mnie opuści. Aż do śmierci. Aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Panie Boże. Panie Boże. Trójcy. Trójce. Jedyny. Jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Ja małżeństwo przez to zawarte. Powaga Kościoła Katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Żono, żona, przyjmij, przyjmij, oto kolco, oto kolco, karna, karna, mojej, mojej, miłości, miłości, i wierności, i wierności, w imię Ojca, w imię Ojca, i Syna, Syna, i Ducha Świętego. No, teraz to pierwszy głosi żona, ona się da, możecie pocałować. Wy teraz głosi żona. O, wracajcie. Thank you.
Саня, извини, что я тебя отвлекаю, столь волнующий для всех момент. Скажи мне, пожалуйста, ты можешь вспомнить, когда и где ты повстречала свою любовь? Когда и где вы познакомились с Олегом? Знакомы мы с самого детства. Как бы никогда не могла подумать, что будет все так, как он смеется, что он мне еще помнит, как я бегала маленькая, в косыночке, в беленькой, все. Он постоянно смотрел, как бы издали, так скажем, но судьба свела нас спустя некоторые годы. Будем так надеяться, что с детства и на всю жизнь. Надеемся. А ты сегодня сильно волнуешься? Да. Валерьянку пила? Пила. Что подруги пожелают? Последний момент, напутствующее слово. Хочу, чтобы Даша она всегда с радостью вспоминала этот день, была счастлива не только сегодня, но и всю жизнь с ним. То есть ты решила окончательно и бесповоротно? Да. Обратного пути? Нет. Пожелаем вам счастья, пусть все у вас Спасибо. Будет хорошо. Олег, извини, что я тебя отвлеку. Анюта нам рассказала, когда, где и при каких обстоятельствах вы познакомились. Твоя версия. Ты помнишь, откуда вообще знакомство с ней? Родом из? Из. На деревне познакомились. Из детства? Да, из детства. То есть никаких современных способов знакомства, никаких социальных сетей. Ты помнишь эту девочку еще маленькой? Да. Понятно. Ну, наверное, брак ваш будет долгим и крепким, если любовь родом из детства. Что друзья пожелают в последний момент? Напутствующее слово. Счастья, здоровья, благополучия. Детишек, конечно, побольше, потому что на крестине же тоже не любят. Конечно. Всего, что я уже говорил, что ты была офигенно легкая. То есть ты решил окончательно и бесповоротно? Да. Обратного пути? Уже походу нет. Пожелаю вам счастья, пусть все у вас будет хорошо. Спасибо. Громовский Олег Иосифович, Каминская Анна Викторовна. Уважаемые жених и невеста, сегодня вы вступаете в брак и создаете новую семью, добровольно принимая на себя все обязательства, возлагаемые государством на супругов, заключая семейный союз, союз любви и дружбы, вы объединяете две судьбы в одну и обязуетесь идти по жизненному пути вместе, любить и уважать друг друга, сохранять верность друг другу, чтобы на долгие годы сохранить счастье сегодняшнего дня и преодолеть все жизненные трудности. Для заключения брака необходима добрая воля и взаимное согласие. В связи с этим прошу ответить вас перед актом регистрации брака. Уважаемый Олег Иосифович, желаете ли вступить в брак с Анной Викторовной и стать ее мужем? Да. Уважаемая Анна Викторовна, желаете ли вы вступить в брак с Олегом Иосифовичем и стать его женой? Да. Учитывая ваше добровольное согласие вступить в брак в соответствии с Кодексом о браке и семье Республики Беларусь, отдел записи актов гражданского состояния Минского райисполкома производит регистрацию вашего брака. Прошу свое решение вступить в брак подтвердить подписями в государственном документе. Thank you.
почетных свидетелей, друзей жениха и невесты, подтвердить акт государственной регистрации брака подписями. Анна Викторовна, ваш брак зарегистрирован. Именем Закона Республики Беларусь объявляю вас мужем и женой. И желаю создать крепкую и дружную семью. В народе говорят, в паре нарушник вступить, всю жизнь вместе быть. Прошу почетных свидетелей расстелить перед новобрачными свадебный рушник, символ начала вашего совместного жизненного пути. Прошу вместе ступить на рушник. Отныне вы муж и жена, в знак любви и преданности друг другу, в знак нерасторжимости ваших брачных уз прошу меняться обручальными кольцами.
района, где трудится невеста, Винская центральная районная больница. Ваши добрые пожелания им. Свадебный рушник на долгую и добрую память.
Вашому дому. В добрий путь молодая сім'я, уважаемые гості, дорогу і аплодисменти молодим. I still have to sleep. I got the sheets on the floor.